Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем эфир передачи. Альберт Бурага, мастер трейдера. И Альберт, трейдер из Краснодара, уже с нами. Альберт, добрый день. Добрый день, Игорь. Добрый день, коллеги. Рад всех приветствовать в этот вторник. Говорят, в Москве было тепло на выходных, со слов Игоря Николаевича. У нас тоже было тепло, но у нас и сейчас тепло, в общем-то. Вот, хотя, да, от кондиционера нужно держаться подальше, потому что вещь такая, в общем-то, обоюдоострая, как говорится. Может сделать и хорошо, может сделать и плохо. Так, ну, потихонечку к нашему рынку перейдем, я думаю, сейчас. Посмотрим, что у нас есть, потому что у нас завтра среда, будут завтра важные новости. Рынок к этому готовится. Я еще вчера об этом писал, в общем-то, и в группе ВКонтакте у себя, и на сайте, что... Цена, скорее всего, будет ждать среды, потому что вечером на американской сессии мы ожидаем определенные новости. Вот. Ну, давайте глянем теперь, что же у нас есть по факту. Это включая демонстрацию рабочего стола. Так, готово. Поехали. Поехали. Да, видим хорошо. Итак, евро-доллар. Значит, евро-доллар на прошлой неделе у нас подпрыгнул наверх, где благополучно и вошел такой широкий флэт с диапазоном примерно 60-70 пунктов. Значит, прежде всего хочу сказать, что очень интересно идет набор объемов по индикатору Strike. Цену, в общем-то, обкладывают потихонечку со всех сторон. Это было видно еще вчера, это видно сегодня. Да, есть небольшие перемещения, тут то вниз, то вверх, в пределах ближайших уровней. Но в целом, в общем-то, цену стараются держать в коридоре. Это видно. Скорее всего, будут держать ее до завтра. Важно, конечно же, будет посмотреть, что у нас выйдет завтра утром по индикатору Strike. А и тогда уже будет примерно понятно настроение участников рынка непосредственно перед выходом новостей. Вот. Здесь же, кстати, еще хочу показать вам интересный такой момент. Сейчас по другому индикатору, по индикатору импульса объемов. Вот, посмотрите, пожалуйста. То есть здесь хотел показать вам саму динамику развития событий в момент... вылета цены наверх, вот весь этот диапазон, 180 пунктов, ну, почти две фигуры. Здесь интересный был момент, вот посмотрите. Дело в том, что на каждом инструменте этот момент, разумеется, разный, но вот по евро очень интересно получилось. Дело в том, что ну, индикатор импульса объема, просто еще раз уточню, это индикатор, который показывает не просто, скажем, большой какой-то объем выше там заданного вами объема, на определенном участке рынка, он показывает в основном, насколько быстро набран был этот объем, то есть какой был импульс. Скажем, 1000 контрактов, набранные в течение там, одной торговой сессии, для нас будут иметь меньшее значение, чем 500 контрактов, но выкинутые в рынок единомоментно. Поэтому здесь смотрите, что происходило. То есть, ну, росли мы 20 числа, 1 пошла импульсная свеча, вот вы видите, да, внутри свечи огромный набор объемов 147%, который говорит о том, что, скорее всего, движение продолжится. Дальше в следующей свече, опять-таки, видите, да, 126% тоже говорит о том, что движение еще не исчерпало себя и будет немножечко продолжаться, мы это видим. И буквально уже в свечке 9-часовой, 21 числа, вот мы видим 81%, небольшая попытка остановить уже цену пошла. Именно на тени, на хаях. Первый удар 81%, вот на свечке 20-часовой. Второй удар 83%, все. И дальше, в общем-то, цену потихонечку остановили, и она пошла у нас флотить. Все. То есть, возвращаясь к общему графику, видим, что у нас сейчас цену потихонечку держат в канале. Сверху, по крайней мере, есть граница. Есть граница на уровне примерно где-то 1.1681. Очень интересный уровень, который будет, в общем-то, удерживаться до выхода завтрашних новостей. Вот, тоже со счетов его списывать не нужно. При этом у нас здесь, кстати, а где у нас здесь? Слетел у меня индикатор недельный. Давайте его поставим, чтобы нам понимать, где же у нас...
да-да-да, забыл включить параметр важный. Что-то не хочет. Ну-ка, еще одна попытка. А, все, я понял. Секунду. Да, все отлично. Просто небольшой глюк MetaTrader. Недельный уровень у нас на эту неделю находится на отметке 1.1596. То есть, в принципе, есть небольшая надежда на то, что цена у нас все-таки опустится, отработает еще балансовый уровень, который у нас находится немножечко ниже, на отметке 1.1585. В общем-то, все это где-то рядышком, поэтому есть желание, что мы немножко сходим вниз до этого уровня. Тем более, что если посмотреть на импульсные объемы, то, в принципе, у нас вот в этом участке ничего такого и нету, чтобы нас могло остановить. Вот. Это то, что, в общем-то, касается по этим индикаторам. Также давайте посмотрим еще индикатор, наш любимый, да, нашу любимую связку индикаторов профиль рынка и индекс валют. В общем-то, что у нас есть? Во-первых, здесь у нас произошло сменение опорного паттерна вчера. Примерно в 9 утра нарисовался новый опорный паттерн. А предыдущий отработал себя великолепно. Видим, по зеленым уровням все было довольно-таки четко отработано. Вот, и сейчас мы находимся в коридоре между нижним уровнем, вот он, оранжевый, 1.618, и верхним. Значит, дело в том, что сейчас по этому индикатору у нас, в общем-то, равнозначные варианты похода, что наверх пунктов на 50, да, что вниз пунктов на 50, пожалуйста. Все, в общем-то, очень-очень свободно. Вот, причем вниз, кстати, вот по индикатору страйк, он здесь у меня нарисовался, видим, что у нас, в принципе, сняли немножко объемов, так что есть вероятность хотя бы импульсная, но просадки вниз. Есть такой вариант. Индикатор индекса валют сейчас у нас находится по одну сторону нулевого уровня. В общем-то, поэтому давление на инструменты, в принципе, одинаковое. Ну и, соответственно, мы видим со вчерашнего дня, с обеда фактически флэт. В общем-то, индикатор индекса валют нам это все подтверждает. Вот, все-таки хочется, чтобы, конечно же, цена сходила немножко вниз, отработала и недельный уровень, отработала и долговой балансовый уровень. Вот, ну, посмотрим, как будет развиваться событие, тем более, что завтра у нас, в общем-то, новости. Так, посмотрим дальше. Теперь фунт. Что же у нас по фунту? Что у нас по фунту? Значит, сделки, кстати, по прошлой неделе я выкладывал и у себя там на сайте, и в группе ВКонтакте. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Вот, я выкладываю сделки, в принципе, по всем индикаторам, не только по индикаторам, там, SIP, STRIKE, да, но также и по среднесрочной системе анализ FOB. И вот уже начинаю выкладывать сделки по новым индикаторам, которые уже, в принципе, доступны в мастерской трейдера. Так, значит, по фунту, в общем-то, у нас здесь свободные колебания, нету подхода к балансовым уровням, ни к коричневому, ни к красному уровню тоже. Вот пока свободно болтаемся. По объемам, давайте посмотрим, что у нас было, кстати, вчера, потому что сегодня я вообще тут особых изменений-то и не вижу. Давайте посмотрим. А, да, значит, был у нас прирост, я об этом писал вчера, на уровне, давайте я поставлю метку, чтобы для видео было, на уровне 1.2978. Вот здесь хороший такой достаточно сильный объем, поэтому ниже нас не пустили, как я предполагал. Ну и пока, в общем-то, болтаемся где-то между вот сильным уровнем 1.2978 и верхними коричневыми балансовыми уровнями. Все, пока флэт, ситуация та же, ждем завтрашних новостей. Так, посмотрим теперь, что у нас по профилю объема. Давайте посмотрим. Значит, у нас новый паттерн. От 21 числа предыдущий паттерн отработал филигранно, в принципе, все уровни. Ну, я об этом, по-моему, рассказывал в четверг. Появился новый, пошли. По нему видим та же самая отличная отработка. Уровень 1.618 отработан. У нас откат произошел. Все, пока. То есть, в общем-то, идем во флете и спокойненько здесь ожидаем новостей. Индикатор индекса валют, да, показывает снижение доллара, но, в общем-то, все это пока что идет в таком, ну, был, конечно, у нас импульс небольшой, да, порядка 60 пунктов до верхней
верхнего уровня 1.618, потом у нас пошел флэт. В принципе, мы его здесь, конечно, пока не наблюдаем на индикаторе индекса валют, то есть давление пока еще остается у нас на американский доллар, и у нас идет ниже отметки нулевой, то есть в любой момент можем выстрелить, имейте это в виду. Но в плане работы пока я здесь ничего особого не вижу, да и вообще, конечно, подождал бы до завтрашних новостей, чтобы бы не влазил. Ну, можно влазить, но только на короткие дистанции, там, где вы уже наверняка для себя что-то приметили. Вот. Так, теперь посмотрим. Давайте дальше. Австралийский доллар. Что у нас здесь? Ну, австралийский доллар пока у нас, в общем-то, имеет определенные долговые уровни снизу, пока мы их мониторим. Дальше, значит, у нас есть очень интересный балансовый уровень, который до сих пор не может пробиться. Это отметка 0.7966. Видим, попытка дважды уже отбиться от этого, в принципе, уровня. 24 числа была попытка. Сегодня уровень находится там же, но пока попыток у нас нет от него отбиваться. Вот, кстати, еще по австралийцу. Давайте посмотрим, кстати, объем за пару дней. Тоже будет, я думаю, интересно. А, стоп, не тот. Угу. Так, значит, по объемам, по уровням, ну, ничего особого нет, за исключением, что вот есть один интересный у нас уровень, который, кстати, я опасался, что он будет для нас ключевым при попытке пойти вниз на 0.7853, по-моему, я об этом писал в понедельник. Но цена к нему не подходила, в общем-то, пока мы идем в узком флете, достаточно узком флете. Здесь же, кстати, надо еще отметить... Давайте посмотрим по индикатору импульсных объемов. Хотел тоже вам показать такой интересный момент. Вот интересная была свеча, такая с высокой тенью у нас, 4 утра 20 числа. На ней был очень интересный объем, 123% от среднестатистического. То есть достаточно высокий объем, вот выше которого мы пока пробиться и не можем. Пока не можем пробиться. Кстати, вот здесь вот тоже еще были вот на хаях объемы, но правда они... Да, они скученные, но они слабые. 50%, 60%. В общем-то, нет ничего такого особого. Вот, поэтому здесь пока у нас, в общем-то, флэт. И вот этот верхний уровень на отметке 0.7983, в общем-то, является достаточно сильным для нас уровнем. На нем определенно тормозили все движение, которое шло у нас с 3 часов 4 часа утра 18 числа. Фактическая кульминация его была свечка с большой тенью 20 числа, которую просто-напросто тупо тормозили. Если по паре евро-доллар там торможение было, но оно было такое, в общем-то, мягкое и валкое, то по австралийцу мы видим, в общем-то, просто вот в наглую залупили огромный объем, причем единомоментно кинули, и все, после этого цена была остановлена. Все, дальше просто идут, в общем-то, такие вот повторы по отбоям от достаточно сильных уровней. Так, это то, что по индикатору импульс объемов. Так, теперь давайте посмотрим связку профиля рынка и индикатор индексов валют. Здесь у нас тоже пока флэт. В общем-то, видим, что да, попытки были у нас 1.618 пробить. Остановились мы на 2.618 на уровне. Последний паттерн все еще в работе 19 числа. Других пока не было. Тут я попытался что-то найти, ничего не получилось. В общем-то, ни один из них не подходил под стандарты. Поэтому пока остаемся на старом паттерне, смотрим, в общем-то, как мы работаем. Вот. Пока просто флэт. Скорее всего, до завтрашнего вечера у нас будет флэт. По индикатору индексов, в общем-то, у нас с 21 числа идет вот такая вот неразбериха ниже нулевого уровня. В общем-то, давление на пары почти одинаковое. Вот такая у нас тут корреляция. Сейчас находимся возле нулевой линии. В общем-то, равновесие данного инструмента происходит. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. По объемам сегодня, ну, ничего здесь особо я такого не вижу. В общем-то, посмотрим, что у нас будет завтра. Так, переходим к следующему инструменту. Канадский доллар. Смотрим канадский доллар. Ну, канадский доллар, в общем-то, у нас, как известно, аутсайдер. А пока здесь ничего интересного нет по индикатору SIP. По индикатору Strike можно, в принципе, конечно, работать на
отбои от сильных уровней по индикатору Strike. Небольшие там у нас могут быть какие-то прибыли, 15-20 пунктов тоже. Это, в принципе, имеет место быть. Вот. Что касается объемов, то, в принципе, я наблюдаю, я уже об этом писал, что у нас есть достаточно большие объемы сверху над ценой. Сейчас попробуем посмотреть. Давайте пару дней включим. В общем-то, у нас есть объемы. Да, видите, вот здесь вот вчера был хороший объем, прирост. Сегодня еще ниже вот тоже, да, приросты идут. Вот, да, есть какие-то тоже снизу, но своего рода такой замок получился, да, своего рода замок, но я бы сказал, что, скорее всего, данный инструмент не хотят видеть, точнее, не хотят видеть его движение наверх, а больше и видят его движение вниз, потому что вот и вчера тоже здесь вот был большой объем, один, второй большой объем, тут вот третий большой объем. Последний, конечно, далековато от цены, но, тем не менее, все-таки он есть. Поэтому имейте это в виду, что, скорее всего, все-таки вот такое вот поползновение вниз, оно может продолжиться и дальше. Поэтому рассматривать движение наверх я пока не вижу здесь возможности никакой по данному инструменту. В общем-то, просто смотрю на него со стороны, и, скорее всего, этот месяц так и пройдет. Вот. Так, давайте посмотрим теперь, что у нас профилю рынка на него. Так, профиль рынка, ну, смененный паттерн, я, по-моему, уже говорил, 21 числа, по нему пока мы отрабатываем уровень 1.618, вот мы видим, да, ниже цена пока пройти не может. Вот, идут вот такие, в общем-то, отбои постоянные. Так, теперь что касается по индексу, давайте по индексу валюты. В общем-то, доллар у нас был, по крайней мере, со вчерашней американской сессии под давлением, под сильным. Он у нас здесь снижался. Вот. Но в основном сейчас, да, еще и остается вероятность, хотя, в принципе, уже линия, показывающая индекс доллара, уже находится возле нулевой отметки. То есть, в принципе, давление на снижение уже практически исчерпалось. Поэтому у нас, в общем-то, скорее всего, будет флэт, который будет продолжаться до завтрашнего вечера. Вот. Ну, а завтра посмотрим. Если, кстати, будет хороший сигнал по данному индикатору, показывающий, в общем-то, снижение доллара, то можно, в общем-то, вот этот сценарий разыграть. Поход от уровня 1.618 до уровня 2.618 с потенциалом хода 60 пунктов, в общем-то, неплохой вариант. При подтверждении индикатора индекса валют можно себе, в принципе, наметить и его, в общем-то, взять. Вот. Подобный, кстати, последний сценарий у нас был по канадцу, по-моему, 19 числа, вот здесь вот я заходил, но я эти скрины выложил у себя ВКонтакте, тут 40 пунктов взяли. Вот тот же самый сценарий был, очень интересный, очень простой. То есть система, она больше, конечно, себя позиционирует как импульсная, а импульсная, она работает достаточно эффективно в любом состоянии рынка, хоть у вас флэт, хоть у вас тренд. Так, посмотрим дальше, что у нас франк, да, у нас идет франк. Ну, в общем-то, франк у нас что сделал? Франк у нас спокойненько отработал долговой уровень, который образовался 21 числа, 24 понедельник мы его отработали. Все, пока он никому особо ничего не должен. Вот, тем не менее, пока к нему присматриваемся очень аккуратно, поскольку он сильно коррелируется с парой евро-доллар. Вот по объемам, в общем-то, я вчера тоже, кстати, замечал, еще раз вам покажу, что в этом месяце франк, в общем-то, ожил, пошло какое-то движение по уровням, что очень интересно. Вот смотрите, видите, на уровне 0.9512, в общем-то, пошли интересные наборы. Данный уровень будет очень сильным для нас при подходе цены туда, имейте в виду, то есть пробить сходу их вряд ли получится. По крайней мере, я пока не вижу никакой такой возможности. Вот, поэтому здесь, скорее всего, будет либо какой-то флэт, отскок, ну, а дальше уже посмотрим, что будет происходить. Очень важно, вот те, кто, ребята, у меня учились, посмотрите на верхнюю границу канала, она вам должна кое о чем сказать. Вот сейчас просто рассказывать это не буду из-за отсутствия времени. Так, и давайте посмотрим теперь франк на нашей связке профиля рынка. Так, профиль рынка. Последний паттерн у нас был 21 числа организован. Значит, здесь у нас, кстати, был неплохой вход по данной системе 21 числа. Немножко взяли, кстати, там буквально 15 пунктов
потому что у нас здесь был хороший, в общем-то, поход от уровня 1.618 до 2.618. Неплохой диапазон. Заходили мы, и индикатор индекса валют, в общем-то, нам показывал, что да, ходить можно, тем более, что уровни сильно раскоррелировались, и вероятность похода до отметки 2.618 была, в общем-то, имела большую вероятность. Так, значит, что у нас сейчас? Сейчас у нас, видим, по индикатору индекса валют линии находятся, в общем-то, вместе, они перехлестнулись, давление одинаково, а корреляция налицо и возле нулевой отметки. То есть данный инструмент находится, в принципе, в равновесии фактически. И что будет дальше, пока неизвестно. Внутри мы не работаем, как известно, по данной системе, работаем только на внешних уровнях расширения. Так, все по франку пока. Все, наверное, по франку. Так, теперь посмотрим, что же у нас получается, давайте, по иене. По иене. Так, по иене. Значит, вчера я писал в обзоре, что уровень по иене достаточно интересный. Это уровень 110.703. Я вчера писал, что ниже мы пойдем вряд ли, до среды. Значит, на то были определенные соображения. Вот. Ну, те, кто у меня учились, те знают, о чем я. Те, кто не учились, скажу, что нужно было обратить внимание на индикатор страйк, потому что там были, в общем-то, очень интересные достаточно. Складывалась интересная комбинация по уровням. Вот внимательно посмотрите, это один момент, который я хотел показать. И еще один момент, который у нас был, это давайте посмотрим здесь. Опять-таки, да, то есть филигранная отработка уровня 4.236 расширения от паттерна, который мы ставили еще 17 числа. Больше паттернов не было, кстати, действительно, весь этот диапазон почти 148 часов мы идем еще по первому паттерну, что достаточно редкое явление, чтобы на такую протяженность мы работали. Но, тем не менее, видите, да, что все работает, в общем-то, слаженно и проверено. Значит, был у нас вход 21 числа, по тому же принципу, в общем-то, мы заходили, индикатор индекс валют был в раскорреляции, очень было удобно по нему работать, и диапазон 50 пунктов, в общем-то, мы взяли. Скрин, кстати, есть на сайте ВКонтакте. Вот, значит, уровень 4236 был еще одним уровнем поддержки. Почему я писал, что ниже мы пойдем, в общем-то, вряд ли. Если уж полетим, то полетим, конечно же, с большой перспективой до нижней границы канала, балансового уровня и отметки 6854. Я не говорю, что мы туда полетим. То есть тут я этого сказать не могу, но если будет, в общем-то, поход вниз, здесь закрепление, индикатор индекса валют покажет, что да, доллар, в общем-то, пошел у нас, как говорится, в нужном русле, все, можно будет для себя эти цели намечать и по ним спокойно-спокойно работать. Так, что еще тут хотел? Да, значит, по индикатору, в общем-то, СИП у нас пока между небом и землей, верхние уровни у нас балансовые, достаточно высоко, нижние, в общем-то, вообще под нижней границей канала хеджеров находятся. Вот, возможно, подойдем опять-таки к красному уровню, будем здесь какое-то время еще поболтаемся, может быть, до завтрашнего вечера, там уже посмотрим, что у нас будет получаться вот по данному инструменту. Так, что еще я хотел, сейчас пробегусь по-быстрому. Так, евро. Да, кстати, по евро, по системе анализ ФОП, кто работает, кто проходил у меня полный курс обучения, тот уже видит, что у нас, в принципе, индикатор FOB Gold выскочил за верхний уровень, 25 тысяч контрактов, да. Вот у нас начинают появляться, формироваться, в общем-то, уже стрелки, показывающие как минимум коррекцию. Коррекцию, насколько я уже сегодня говорил, имейте это в виду. Вот. И, кстати, я еще говорил 2 недели назад, что у нас, в общем-то, потенциал хода был достаточно высоко находился. То есть, как минимум, ну, здесь мы прошли 2 фигуры, но я говорю, что фигуру мы точно еще пройдем, поскольку индикатор FOB Gold был ниже отметки 25 тысяч контрактов, и у нас был еще запас хода. Вот сейчас запас хода не то чтобы исчерпан, но, по крайней мере, он уже находится на грани, поскольку индикатор показывает, что определенное количество контрактов уже, в принципе, загнано в определенную сторону, и часть из них уже закрыта. Но это по таблице анализ FOB видно. Так, австралиец. Да, австралиец, кстати, тоже. Уже видите, да, по системе, в принципе, готов уже к какой-то коррекции. В общем-то, тоже та же система. Так, евро я показал.
импульс объемов в таблице я показал. Так, здесь пока у меня все, наверное. Да. Можем потихоньку перейти к срочному рынку. Так, давайте срочный рынок проводим, и потом, наверное, отвечу на вопросы, которые остались. Так, где у меня тут сервер? Да, давайте, давайте. Ищем наш сервер. Так, отлично, подключились. Вот что значит интернет в виде оптики. Подключаемся моментально. Так, что у нас, значит, ну, понятно, что у нас, во-первых, была экспирация по РТС, мы первый день не торговали, потом у нас тут какие-то, в общем-то, непонятные движения, РТС пошел вниз, ну, все это, конечно, понятно, это все мировая политика, тут ясно, да, то есть не дали нам, в общем-то, буквально еще одного дня не хватило, чтобы добить до отметки 106.619 и закрыть последний долговой уровень, он действительно последний остался. Ну, не знаю, посмотрим, что у нас будет дальше. Так, на сегодня у нас, в общем-то, значит, уровни достаточно, кстати, смещены вниз, видите, балансовые. То есть есть вероятность похода вниз. То есть участники рынка почему-то пока думают, что мы можем пойти вниз, и еще пунктов, ну, 1003 нужно иметь, в общем-то, у себя, как говорится, в запасе. Это не значит, что мы туда именно и пойдем. Я просто говорю, что есть вероятность, и подушка, которая заложена в виде балансовых уровней, показывает нам, в общем-то, скорее на движение вниз, чем на движение наверх. Поэтому имейте это в виду. Вот, внимательно пересмотрите свои контракты и этот вариант для себя учтите. По таблице анализ ФОП сегодня сигналов я, в принципе, особых не нашел, таких серьезных по РТС, ну и вообще по всем инструментам. Так, Газпром у нас, ну, Газпром. Примерно то же самое. Кстати, очень радует, что канал расширяется. Я говорил в прошлый раз, что нужно посмотреть пару дней и обратить внимание на канал. Канал расширяется. Это здорово. Значит, в принципе, деньги в контракт входят. И для нас это хороший сигнал. То есть мы можем работать более-менее спокойно. На сегодня, в общем-то, план простой. Если мы подойдем к верху, то можно будет отбиваться. Небольшой потенциал хода в 123 пункта можно будет положить себе в карман, если, конечно, мы туда подойдем. Вот. Но я что-то думаю, что сегодня больших резких движений у нас не будет по данному инструменту. Да. Так, Сбер. Что у нас по Сберу? А вот по Сберу, кстати, канал сузился, что меня с утра еще очень сильно насторожило. Это первый момент. Второй момент у нас вылет красного балансового уровня за границу канала. В общем-то, те, кто у меня учились еще года два назад, те данный паттерн встречали. И на рынке Форекс встречали его, кстати, он был. Последние пару лет его не было. Почему, кстати, вот количество отрабатываемых паттернов в работе было сужено, потому что рынок шел, в общем-то, в одном узком диапазоне. И некоторые паттерны не работали. Вот такой подобный паттерн говорит нам о том, что торговля сегодня по данному инструменту запрещена, в общем-то, категорически. Все. Что бы ни было, смотрим, что будет завтра. Потому что вот этот паттерн накладывает крест на весь, в общем-то, рабочий день. Поэтому тут даже обсуждать особо и нечего по данному инструменту. Так, дальше. Си посмотрим. Так, у нас по времени... Ага, еще минута есть. Что у нас по Си? Ну, по Си у нас, в общем-то, вчера был первый торговый день, отбой от верхнего балансового уровня, поход вниз. Вот, не забудьте поставить свои стопы, перевести в безубыток, кстати, рекомендую. Вот, ну или, по крайней мере, может не безубыток, может быть, чуть-чуть сверху поставить над последним хаем. Вот, имеет это место быть, потому что рынок сейчас очень-очень, в общем-то, такой нестабильный, вы видите. И также, опять-таки, та же самая ситуация. Не получилось у нас отработать сходу. Вот тут немножечко уже оставалось. Я уже все потирал руки, думал, ну все, отлично, отобьем мы этот уровень. Последний долговой, а нет. Цена развернулась и пошла наверх. Ну, такое бывает. Такое бывает, ничего. В общем-то, тут нету такого непредсказуемого. Прямо уж таки. К этому мы всегда должны быть готовы. Поэтому работаем спокойно по системе. Так, нефть. Нефть. Что по нефти? Ну, нефть у нас пытается лечь, в общем-то, во флет.
такой серьезный флэт. Вот, здесь у нас, в принципе, особой торговой ситуации не было. 21-го нельзя было работать, 24-го, в общем-то, на ваш страх и риск. Тут, в общем-то, вырисовывался определенный паттерн, но не совсем он, скажем так, был чистый, поэтому на ваше усмотрение. Что сегодня? Сегодня можно, в принципе, от верхнего балансового уровня отбиться, спокойненько встать, закрываться на отметке примерно 49.11. Небольшой потенциал хода, в общем-то, здесь есть. Отлично. 57 пунктов. Так что, пожалуйста, можно по этому варианту поработать. Так, все пока по срочному рынку у меня. Все, коллеги, какие вопросы? Давайте отвечу вкратце. Давайте, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Денис Наумов пишет. 11.55. Изменилась ли интерпретация сигналов по вашей системе в связи с переходом на европейский тип опционов? Вы касались этой темы или нет еще? Я вкратце, Игорь Николаевич, буквально минуту. Денис, смотрите, значит, интерпретация сигналов, отработка не изменилась. Дело в том, что сейчас, скажем так, трейдеры, которые только работают по индикатору SIP и не проходили у меня обучение, их смущает тот вариант, что из-за того, что вылетели пары евро, доллар, австралиец, да, за границы канала, накопилось достаточное большое количество неотработанных балансовых уровней. На самом деле это обычная ситуация, которая была еще года два назад. Те, кто у меня обучаются, те прекрасно знают, что, во-первых, индикатор SIP, индикатор Strike работают не только в контртрендовом режиме, но и в трендовом. Есть обучающие видеоролики, которые входят в курс обучения, в полный курс. То есть у кого они есть, кто проходил обучение, просто зайдите в папочку и посмотрите эти видеоролики. Там есть очень хороший пример работы по канадцу. Когда канадец два года назад точно так же, как австралиец, летел в тартарары, также вверх, и как мы его, в общем-то, разруливали. Там пошаговая инструкция. Внимательно посмотрите, вопросы отпадут. Вот, просто у людей не хватает информации, и они думают, что вот SIP как есть в этом виде, он так и выглядит. На самом деле далеко не так. SIP – это вершина айсберга, я всегда об этом говорил. Так что, пожалуйста, дальше. Так, тут у нас еще кто-то. Сергей спрашивает вопрос по страйку. Что значит плюс и минус, голубой и оранжевый? Сергей, здесь все просто. Это страйки, это колы, это путы. Соответственно, плюс – это прирост контрактов по отношению к предыдущему дню. Минус – это съем контрактов по отношению к предыдущему дню. В общем-то, все это описано на мастер-классе. Если будет желание, скоро будет мастер-класс, подходите. Там я все это расскажу. Ясненько. Хорошо, Альберт, спасибо большое вам за ваши обзоры и комментарии. Хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго, хорошего вам дня. До свидания. Спасибо. До свидания.